Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте, у микрофона Бутагой Селяхметов. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим о том, что важно. Осень 2016 года в Казахстане началась с отставки правительства. По словам самого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, кадровые назначения и реформы в правительстве являются частью мер по реагированию на современные вызовы и переходу от деятельности по борьбе с кризисом к программе стимулирования роста экономики. 8 сентября премьер-министр Карим Масимов, которого называют тяжеловесом политической элиты Казахстана, был освобожден от должности и назначен председателем Комитета национальной безопасности. На его место пришел Бахаджан Сакентаев, который ранее занимал должность заместителя премьер-министра. 13 сентября министр обороны Имангали Тасмагамбетов был назначен вице-премьером. Его пост в оборонном ведомстве занял его заместитель генерал-полковник Сакен Жасузаков. Глава Минюста Берик Имашев возглавил Центральную избирательную комиссию. Его сменил Марат Бекетаев, ранее являвшийся заместителем главы аппарата президента. Старшая дочь президента Дариға Назарбаева, занимавшая должность заместителя премьер-министра, назначена депутатом Сената. Почему Карим Масимов занял должность главного смотрителя за безопасностью страны? И чем примечательна нынешняя перетасовка в правительстве? С этими вопросами я обратилась к экспертам, полковнику КНБ в отставке Арату Норманбетову и политологу Толганай Умбеталиевой. Говорит Арат Норманбетов, полковник КНБ в отставке. Вызов очень большой для нашего государства, вот, со стороны терроризма. И поэтому в этом ведомстве, я так думаю, потребовался более опытный человек, нежели же вот прежний председатель. Если прежний руководитель этого ведомства, он как бы всю свою жизнь провел сугубо вот в КНБ, как бы профессиональный вот КНБшник, то вот эти вот новые вызовы времени, они требуют человека на этом посту с более широким жизненным опытом, политическим опытом, и даже если ту же экономику взять, ну, в принципе, более широкого кругозора. Я не хочу ничем обидеть Жумаканова, потому что когда-то мы вместе работали с ним, вот, я знаю, он тоже высокий профессионал, но и тем не менее, вот, мне кажется, во-первых, вот эта причина сыграла вот на назначение, на данное назначение Каримова. И тем более он когда-то обучался, вот, насколько я знаю, из прессы, в высшей школе КГБ СССР. А это дают фундаментальные знания, это было высшее учебное заведение по линии КГБ. Поэтому теоретическая подготовка у него есть. Главное даже не в этом. Его кругозор, вот его интеллектуальный уровень, он... намного ему легче будет вникнуть в эту работу, как говорится, сходу, за счет его вот опыта. Говорит политолог Толганай Умбеталиева. Пока такие надежды дает первый руководящий состав правительства. Министры-то большую часть остались на своих местах. А вот, скажем, первые заместители, ну, первый заместитель, второй заместитель, они вот внушают небольшой оптимизм. Есть надежда, что, возможно, усилится экономический блок. Я так думаю, что акцент будет сделан на экономическое развитие, возможно, да, то есть такая антикризисная программа, может быть, новым правительством будет предложена. На мой взгляд, достаточно сильная персона это Тасмагамбетов, его, можно сказать, возвращение в политику. Долгое время он находился в тени, либо возглавлял те министерства, которые не были публичными, не было у него публичного выхода. Вот. Конечно, то, что Сагентаев стал премьер-министром, конечно, он на таких должностях еще не проявлял себя. Вот впервые он эту должность занимает, такую видную, да. Поэтому есть какая-то определенная надежда. Тем более, что он в земельной комиссии проявил себя достаточно, на мой взгляд, неплохо, очень хорошие отзывы он получил. Поэтому есть какая-то определенная надежда, что, может быть, правительство будет чуть-чуть профессиональнее, да? То есть под новым руководством несколько по-другому будет выстроена работа. Вот. Ну вот только это я могу заметить. Ну, мне кажется, все-таки будет экономический блок усиливаться. То, что вернулся хозяйственник,
Дасмагомбетов. Видимо, на эту часть будет упор делаться. Напомню, что в уходящем году Казахстан потрясли трагические события. Это вооруженное нападение в июне в Актобе и перестрелка в июле в самом центре Алматы. Власти классифицировали оба инцидента как теракты, и в стране до сих пор действует желтый уровень террористической угрозы. Если все это наложить на неотвратимо грядущий транзит власти в Казахстане, демократические выборы нам пока не светят, то а. Важную роль в этом будут играть спецслужбы, учитывая реалии политической системы стран Центральной Азии. И б. Члены президентской семьи и приближенные к ней уже заняли диспозиции, гарантирующие им светлое будущее. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, комментарии или вы желаете поделиться своими проблемами, вы можете позвонить по телефону в Алматы 354-08-45. Вы слышали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Бутагос Сидахметова. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.iwpr.net, а также на Фейсбуке на нашей странице IWPR Казахстан. Встретимся на этой же волне и снова поговорим о том, что важно.